Друзья мои, всем пламенный hello, приветствую вас на канале Всем Львен. Сегодня жаркий солнечный Флориды. Не очень жаркий, но очень солнечный. И город Нейплс, и мы с вами на площадке Honda. Посмотрим на автомобили и цены. Как всегда, посмотрим, что есть интересного. Быстренько пробежимся по разным вариантам. Показываю вам все как есть. Я сегодня пригнал Volkswagen, пытаюсь сейчас его оценить, хочу его сдать. Предлагаю его вам купить за 25 тысяч долларов. Volkswagen Atlas 21 года, но похоже, что я его в ближайшее время сдам. Напишите, если еще не сдам, то пока доступен он для продажи. У меня есть обзор на него, посмотрите на канале, цена сейчас 25 тысяч долларов. Итак, Audi S4. Кстати, подпишитесь на Instagram, Telegram. Вдруг кому-то там понадобится автомобиль, туда выкладываю постоянно обновленную информацию. Так, это у нас S4 Audi, 23 год, 48 800 у нас цена и 24 тысячи пробег. За 20 тысяч долларов Corvette 95 года, показывал я его как-то. Кстати, у него не очень большой пробег, очень классное авто. Пробег у него 43 500,7. Ну, это так, для фанатов. Ford Mustang. Давайте посмотрим, что это у нас за Mustang. Какой-то весь в обвесах. 19-й год Mustang EcoBoost Premium 2.3, 55 тысяч. Он, кстати, с какими-то обвесами. Так, Lexus ES 300H гибрид. Для тех, кому понадобится, кстати, здесь кредитование, вот Honda Germain делать кредиты, даже если у вас нету еще кредитной истории, а просто есть сошел, имейте в виду, обращайтесь, поможем сделать. 22-й год, смотрите, 35 800 цена, пробег 39 тысяч. Гибрид. Очень хорошая цена, практически как у Camry. G70 Genesis, полный привод, обращаю ваше внимание, что это у нас полный привод. 23-й год, 2 литра и всего 3000 пробег. Цена 34 400. На Brembo, на таких вот лихих колесах. Это у нас с вами кастомный вариант стоит. 23-й год, Type R. 34 800 накатала машина. Кстати, она бесценна. Цены у нее нет, не будем тратить время, идем дальше. И S350 бензин. Так, что тут у нас? 24-й год, S350, 4700, 3,5 и 40, ну, 49 тысяч практически цена. Еще один вариант, это у нас Chevrolet Equinox, полный привод, RS-версия. Синий с черным салоном тканевым. 24-й год, 20, он новый совсем, RS-ка, 1,5-литровая. Закрыта там цена отсюда. Сейчас попробую разглядеть для вас. Давайте оттуда посмотрим цена. Кто-то купил и сразу сдал, видимо. Или бывает, что салоны поменялись. 33 314 цена на этот авто. Прошу прощения за ветер. Наушники что-то забыл сегодня. 22-й год, Tesla Model X Plaid. 72 800. Роскошный вариант. Пробег 25 тысяч. С черным салоном. Сзади у нас, кстати, капитанские сиденья. Кто у нас искал? Кто-то меня искал с капитанскими сиденьями. Вот вам, пожалуйста. Так, Траверси. Предыдущая версия. Премьер. У нее комплектация. Светлый салон. Капитанские кресла. 43 800 цена. Пробег 10 тысяч. 10 тысяч, в общем, идем дальше. Так, это у нас Mazda, Honda, простите, Convertible. Нет цены, кто-то, видимо, поставил. Так. .392 Dodge Challenger. 40 тысяч долларов практически цена, 21 тысяча пробег, 22 год. Такой вот красавчик. Вам на заставку его и поставлю. Так, Бронко, малыш Бронко, это не полноценный Бронко, это версия более простая.
23 год, Big Band, комплектация 1,5 литра, EcoBoost и 12 часов пробег, 25 тысяч. Они всегда полноприводные идут. Шикарное авто, у меня где-то был на него такой очень большой обзор. Я делал, рассказывал, показывал. Но у меня был большой Бронко, который рамный. Но вот это вот вариант очень-очень неплохой, 25 тысяч. Вы знаете, что-то сродни Нивы. Но только здесь опций очень много, очень хорошие опции. Здесь и автосвет. И посмотрите, все Apple CarPlay, все на свете. Такое вот переключение. Коробка. Очень хорошее авто. У него много места, у него хорошая проходимость. Вообще машина отличная для спорт. Комплектация. Открывается вот это вот окно. Вот если вот вы глаз просто отсюда вот так вот можете открыть, положить здесь. Ну, много у него там подсветка на багажной двери стоит. В общем, тоже много всего. Так, Tucson стоит. Tucsonчик. Давайте посмотрим. Hyundai. 27 800, 24 год. SEL комплектация, кстати. Не знаю, какой пробег у него. Пробег 15 тысяч миль. Смотрите, здесь у нас и подогревы, и спуск горы, камеры. Свеженькая машина тоже такая. Внутри без запахов. Очень неплохой вариант. Сегодня у меня такой, как бы, средний класс автомобилей. RAV4 LE версия. Цена всего 18 тысяч, 18 год, 72 тысячи пробег у него, приличный, конечно. Ну, для равчика цена хорошая. Так, Civic, ну, быстренько пройдемся, это такие, знаете, эконом-варианты. 16 тысяч долларов, 14 год, 70 тысяч пробег, 1,8. Volkswagen Tiguan, 2 литра, SEL Airline, практически максимальной комплектации, 1600 пробег и 2 литра. У него двухцветный салон, но это практически максимальная комплектация. Ну, 36 700, не знаю, мне кажется, цена немножечко великовата, но... Это полноприводная версия. Honda CR-V, монопривод, серый салон, 27 тысяч долларов, 19 год и пробег 15 тысяч, свеженький совсем. За 16 тысяч можно купить Honda Accord и EXL, 14 год, 77 тысяч пробег. Honda CR-V 13-го года, посмотрите, 12 тысяч долларов. Цена, пробег 126 тысяч, 2,4. Excel средняя комплектация, ну, в принципе, все в машине есть. Кожа более-менее в приличном состоянии, руль вообще в прекрасном, в отличном состоянии, кстати. Салон такая ухоженная машина, вполне себе. Ну, ценник приемлемый, пробег, конечно, такой уже большой. SE Escape, гибрид, кстати. $21 000, 22 год. И 44 тысячи, 2,5 двигатель. Полноприводный RAV4. Это у нас Limited гибрид, смотрите. Кто у нас прибивается по Toyota RAV4. Закрыто 43 тысячи долларов, 24 год. 4600 всего пробег и 2,5. О, ничего себе, какая у него надпись тут на. Honda HR-V Sport 25 года, модель ряд, 29 500. Ну, новая практически машина, я думаю, там какой-нибудь будет символический пробег, не знаю. Что-то не показано. А, она почему-то заведена. 300 миль всего пробег. Ну, новая машина.
новая машина и 30 тысяч. Кто-то ее оставил. Кто-то ее оставил заведенную, не знаю. Так, Civic Sport Touring комплектация. 30 800 и пробег 22 тысячи. Пойдемте дальше. Вот, наверное, вот этот вот вас может заинтересовать. Полный привод, пилот, элит версия. Это топовая версия, самая дорогая. Шикарная машина, база у нее Acura. Я показывал, база Acura MDX. И здесь у нас есть все, вентиляция, подогревы. Очень удобная компоновка салона, можно выдернуть середину, и у вас будет как капитанский, а так вообще диван. Посмотрите, 45 тысяч всего и 29 тысяч пробег. Шикарный вариант, вот это вот, мне кажется, очень классный вариант для покупки. Ну все, быстренько я вам сегодня пробежал с обзором по автомобилям с пробегом. Такие среднего класса, ну и есть совсем прям старенькие тоже. Просите показывать подешевле машины, не только Rolls-Royce. Вот, пожалуйста, подписывайтесь на Instagram, Telegram, туда выкладываю. Первый закрепленный комментарий от меня, есть ссылка. Пишите, кому понадобится купить автомобили здесь, в кредит в США, либо купить и отправить в вашу страну тоже без проблем. Спасибо, что были на канале, увидимся завтра.